продолжение темы французской революции прозвучит вот это сочинение, которое там называется как «Фантазия», и на смерть Марии Антуанетты надают как просто музыка на смерть Марии Антуанетты для фортепиано и частица. Это музыка программная. У Марии Антуанетты такая репутация в истории осталась очень странная. Осталась такая характеристика Марии Антуанетты ее учителями. Характеристика эта была дана ей, когда ей было 12 лет. Мол, легкомысленная девочка очень любит танцы. И вот эта характеристика осталась в истории как вообще характеристика ее личности. Вот эти репутации, они очень часто остаются в истории, хотя говорят, время все расставит по местам, там жизнь или история. Но интересно, что эти репутации остаются все равно в истории. Вспомним и святого царя Николая II, и императора Павла, который, как мы знаем, не своей смертью умер, или Петра III, который, ну, так совсем и дурачок, и даже какие-то его физические, так сказать, недостатки до сих пор муссируются. Ну вот, вот эта фантазия была написана прямо вот практически по следам тех событий, событий казни Марии Антуанетты. Есть две редакции, английская и французская. Интересно, что вот эти названия, которые чтец должен произносить, чуть-чуть различаются в зависимости от, скажем так, мировоззрения англичан и французов. Так, например, финальная часть «Апофеоз», ну, имеется в виду посмертный ее «Апофеоз», который есть в английском издании, в французском издании просто идет «Andante maestoso», то есть некие итальянские слова, которые характеризуют эту музыку. Итак, Ян Владислав Дюсик. Дюсик – это чешское произношение этого автора, он был чех по происхождению, а Дюсик – французский, поскольку он большую часть жизни прожил во Франции. Вот обе этих транскрипции его имени фигурируют до сих пор. Часть первая – заключение в тюрьму.
учения с детьми. Объявление смертного приговора. Смирение перед своей судьбой. Размышления в последнюю ночь перед казнью. Thank you.
выводят из тюрьмы. Марш. Дикий гул толпы. Обращение к Всевышнему перед смертью. Апофеоз.